Okay, then I'm gonna give. נוהגים להמתין שלא להתחיל חזרם עד שסיים המרה להתראה את תפילתו. סתם ג'יטה לי, שלח ציבור כי זקן שהוא צווה תפילה. אשתו ג'יטה שווה גיס כבורי מנתרה בקפיצת ברוך הוא ולשמו אמן, ונדינות נדוש על שדת דרוגיך. ג'יטה שווה גיס ברוך השם. אז הקוראים תורה התחלה שאושה. Если хочешь, чтобы другие тоже зашли, если время есть, можно немножко еще подождать, чтобы люди могли отвечать. Он говорит, по закону Тора здесь ноги, минаг это, не закон, минаг. Минаг нужно ждать, пока раба не закончит. А, не закон? Да. Это минаг, нужно ждать раба. Когда раба закончит, во имя Эльшам Марада Атра, вот там из Хахам, תמתין עד שיסמו ותפדלו מילה במילה שלא במהירות יתרה ואם המרד עזרה מעריך יותר מדי אין להמתין בשבילו כמו שאמרו על רבי עקיבא שכשהיה מתפלל עם הציבור היה מקצר ועולה. יש את רבית של אישור צ'אנית. לא. וזה מוש נשדד לבו. אלא שם רבית קשת וצ'ינאית, נשדתי מניה. נו, למורה גבי רבי עקיבא, הוא כדה, читал намаз, он старался быстрее закончить обсене. Значит, все выходит. Если можно, ждать хорошо. Если нет, нет проблемы. 10 человек есть, все. А Маранда Атра, Минак, ждать Рабая, потому что он делал каванот. Каждый барахот человек говорит, Баруха Та Ашем, он должен, каждый человек из нас должен сделать, был, будет и есть. И так, что Баруха Та Ашем, та-та-та, Баруха Та Ашем, та-та, нет. Барух, а то Ашем был, будет и есть. Элокейну, он все может делать, что он хочет. Вот так уже каждый барахон должен быть, должен кого-то делать. Поэтому потом тоже у вас будет уже хож, больше время молиться. Ведь я знаю, что Арам Шимамтини Бешвело, нахон Шело и Арих Отер Медай, где Шело Лахнтри Ахид Ацибур. Если раба чересчур тянет, то равно не надо его ждать, чтобы люди есть, кто выходит на работу. Людям нужно пойти на работу. Это другая проблема. Детей взять в садик. Еще время, что имя Тариях, Цибур, Шамдину, Башвило, Алеву, Нейнаш, Алках. Один рабай говорит, если ты чересчур тянешь, рабай, завтра будешь наказан ты. Если рабай тянешь. Да, почему? Люди должны идти на работу. Понимаете, такое. Поэтому нужно знать, где находится граница, где кончается. Средний на мозг, это примерно 8, 9, 10 минут. Нормально. Если уже тянешь 15-20 минут, значит уже ты имеешь право раба не ждать, начинать уже молиться. Это самое молитва. Веймров, веймроим аравам чилим бешвело, ху эйно мальце веках, вухамад экен, эйн юхол латвэлит потом, рашай лирмоз. Рабай молится. Я знаю, что они меня ждут. Поэтому они ждут, я не могу сделать кого-то дальше. Я думаю, все время, как меня ждут, как мне быть. Он имеет право, дал сигнал, езжайте. Оставьте меня. Езжайте. А как мы можем дальше считать? Мы же должны повторять вас после вас. Не он Хазан. 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 Не, май трав штима. Хазан трав. Май трав хон соди. Хозе май трав, где это другое. Хозе Хазан хон соди. Амнер хон соди. Примерно. Значит, мы должны знать. Ага, если не рабай закончил, мы должны по закону ждать. Но если я вижу, что народ ждет, у меня много просьб. Я думал, что вы там. Нет, здесь. У меня много просьб. Я хочу просить, у меня проблемы, я хочу просить. Сейчас не просить, когда мне просить? Может, затянется у вас уже. У меня тянется уже. Тогда я уже вижу, что для них проблема. И сам не могу я сделать. Это кого на? Думаешь, они. Я думаю о них. Да. Тогда имею право сделать эту закон, это симан, знак, да. Знак сделать, чтобы начинали молиться, чтобы я мог спокойно сделать кавано. Лучше читать филос кавано. Лучше, лучше.
если ты даже не отвечаешь ничего. Тфиля бли кавана – это тело без души. Без кавана это тело. Да. Поэтому каждый из нас хотя бы сделайте каворон на первый бараха барухата ашем агин Авраам. Хотя бы первый. На следующей неделе уже будет второй делать. На третьей неделе третий бараха. Идешь вот потихоньку, потому что через месяц уже сам кавана хочет, не хочет, приходит, тебе в голову приходит. Только начинать нужно. Только начинать. והוא עדין לכל העניין המתנעת בתחילת התפילה שאין להמתין לאדם חשוב ומתאחרים לבוא לבין הכנסת כל השגיע זמן שקבוע רמרים על השניים של סטריצים רבני פרישוב אין עד השדת רבני רבני דורש מודי ספרו בית Потому что рабай приходит вовремя, не опаздывает. Рабай уже пастается. Эй, Боже, иди мой народ. Я один в синагоге был. Рабай пришел, после чего ты пришел? Ты такой рабай. Все, дошел. Он говорит, хорошо, бывает, заболел он ночью. Он говорит, все время прошла молитву. Вы сказали, что примерно 6:30. Все. И не ждите никого. Начинайте молитву. А это любого рабая ждать или только... Нет, раб... своего рабая. Своего рабая. Короче, я знаю, что кого-то хочет гулять. Вежь меня, но вверх рецит. Матхаля Вочка Сумана, Патрия Машевело, Арезгу, не наш как. Если вы будете ждать рабая, что он не пришел, я буду наказан. Рабая плохо делает. Да. Не, не вы. Я все плохо сделал. Да. Буду наказан. Как ты можешь людей держать? Бигдель ты рабай стал. Да, он должен позволить. Ты должен примером быть. Или прийти в синагогу первый. Первый. У тебя борода. У тебя шляпа 3 метра. А? Борода. 2 минуты подождать можно. 2 минуты для вас можно, да. וכל מקום מן הגליל ללמוד שיעור תורה אחר תפילה וירא שתחיל העולם הלכוי מלבוא לתפילה צריכים להמתין בשבילכם שבוודאי לא יעבור בינתיים זמן קריאת שמע תפילה שאר העניינים יתחננו להתפלל מצרים וחזון של ספרם יתפזר חלק מן הציבור ויתבטלו במצוות תלמוד תורה הרי צריך להקדים לבוא כדי שלא יעבור בשבילו если мы знаем что у нас после уроки после этого если имеется еще לימוד תורה Рог говорит, здесь должен быть, чтобы аболиман сюда и зарабатывает, чтобы этот урок не потерялся. Понимаете, да? Поэтому должны мы знать, что рабай должен быть всегда во главе, за мной. Не вперед. Как Чапаев. За мной, Чапаев, вообще. За мной.